Уважаемые раки, всем доброго времени суток. Я приветствую вас на канале Око Таро. С вами Ольга. Сегодня я предлагаю вашему вниманию Таро прогноз на неделю с 13 по 19 июня. Включительно, что вас ждет в этом периоде. Информация общего характера, поэтому расклад подойдет и мужчинам, и женщинам. События этой недели мы рассматриваем в общем самые важные моменты, о которых вам нужно знать. Мы рассматриваем и вашу личную жизнь, и отношения в паре, для тех, кто в паре, для тех, кто в свободном поиске. Также я беру карты, рассматриваем вашу рабочую, деловую сферу. Для тех, кто не работает, получаем информацию также и для вас. Рассматриваем ваше финансовое поле в общем, возможные траты, вложения, долги, кредиты, приобретения, внешний мир в отношении вас, нет ли какой-либо угрозы, что в скрытых факторах, помощь или наоборот помехи. И подведем итоги этой недели, посмотрим, чем она для вас завершится. Также в раскладе будет участвовать карта основного совета. Хотя сам по себе расклад — это уже одна большая информация. Информационная подсказка. Сейчас традиционно вы можете загадать картам один вопрос желания. Карта, которую я достану в произвольном порядке после основной выкладки всех карт, и ответит на загаданный вами вопрос. Поэтому думайте о своем желании. Этот расклад вы можете смотреть как по асценденту, для тех, кто его знает, также и по своему основному знаку гороскопа. Сегодня я работаю на колоде Таро Вдохновения. Помогать нам будет оракул Золотые мечты Ленорман, которая есть на столе. И есть еще одна колода, это Золотое универсальное Таро, которым я тоже сегодня буду пользоваться. Думайте о своем вопросе. Колода настраивается на вас. Кому нужно больше времени, нажимаете на паузу, а я продолжаю. Колода фактически готова. Итак, ваша первая карта на начало этого периода. Уважаемые раки, все карты вашего расклада перед вами, и я приступаю к его чтению. Ваш расклад начинается с очень активной карты, это пятерка жезлов. Но эта карта говорит о том, что неделя начинается напряженно, неделя начинается на эмоциях, эмоций предостаточно, с кем-то вы спорите, что-то вы выясняете. Может быть, в кругу родных и близких людей вам приходится что-то кому-то доказывать, но для кого-то эта карта может показывать и внешнюю конкуренцию, в которую вы включены уже с начала этой недели, с начала этого периода. Но вам всегда хочется быть лучше, чем кто-то, поэтому вы своим конкурентам явно не готовы уступать и готовы побороться за место под солнцем. И многих из вас эта карта показывает как людей очень сильных духом и волей, поэтому вас не так-то просто сломить, переубедить, навязать вам какие-то мысли. У вас есть на все свое мнение, есть своя позиция. Общий запас энергии прекрасный, но расходуется эта энергия не совсем по направлению. В позитиве, если меня смотрят те раки, которые занимаются спортом, какими-то физическими упражнениями, единоборствами, то да, тогда эта карта говорит о том, что вы расходуете энергию правильно, но тоже слишком много сил тратите, возможно, на тренировки. Но для вас важно хорошо выглядеть. По этой карте я бы не советовала вам начинать какие-то важные дела именно с понедельника. Лучше начните что-то со вторника. На входящие события на этот период для вас выпала карта девятки чаши. Она говорит о том, что ваше настроение будет выравниваться. Все-таки рядышком с вами есть люди, которые вас искренне любят и готовы вас поддерживать. Это может быть ближайшая родня, это может быть ближайшие друзья. Но это чье-то проявление заботы о вас. Но эта карта может показывать и ваше собственное стремление отдохнуть, разгрузиться от тех нагрузок, которые, может быть, есть в вашей жизни. И, возможно, вы для себя запланировали какой-то отдых заранее, поэтому для кого-то это может быть планированные встречи, желание посидеть в непринужденной обстановке, желание переключить свое внимание на что-то приятное и позитивное, и вам это удается. То есть в определенном моменте вы можете черпнуть дополнительную силу как раз благодаря тому, что будет возможность и отдохнуть.
Даже если с кем-то из близких вы конфликтуете в начале этого периода, то все равно потом будете мириться и искать общий язык. Но по-любому, на сегодняшний день в вашей жизни остается очень много знаков вопросов, и больше эти знаки вопроса касаются вашего развития, вашей рабочей деловой сферы. И у кого-то могут быть вопросы по здоровью, потому что в центр вашего расклада выпала карта Верховной Жрицы, это старший аркан. И, конечно, эта карта вошла в ваш расклад не случайно. Несмотря на то, что многие из вас люди очень активные, предприимчивые, я вижу, что вы не сидите без дела, и вы все время чем-то заняты. Тем не менее, эта карта показывает осторожность во многих делах и нежелание в чем-то рисковать или рисковать по-глупому. То есть явно по этой карте вы продумываете свой каждый шаг. В работе может быть то хорошо, то плохо, волнообразное состояние. То есть полной стабильности все равно нет. По этой карте, возможно, вы даже пытаетесь предвосхитить события, прислушаться к своей интуиции. Но что важно, ваша интуиция в этом периоде вас не подводит, и все, что вы будете делать в отношении работы, текущих дел, будет правильно, в том числе и в отношении вложений. Потому что в дом финансов для вас тоже выпала благоприятная карта, и это королева жезлов, женская карта. Поэтому, если говорить о женщинах, вы 100% найдете выход из любых финансовых сложностей. Если говорить о мужчинах, то на вашу жизнь финансово может влиять женщина, или от женщины что-то может зависеть в деньгах или в работе. Великолепная карта для всех тех женщин, сейчас акцентирую внимание именно на женщинах, которые чему-то учатся, вы развиваетесь, вы что-то для себя изучаете, и неважно в каком вы возрасте. Я вижу, что вы способны получать очень глубокие знания, которые вам могут пригодиться в будущем. Есть опыт прошлого, но что-то и в настоящем вы пытаетесь для себя наработать. Если меня смотрят те женщины-раки, которым предстоят зачеты, экзамены, поступления, вас кто-то будет оценивать, вы нервничаете, вы, может быть, чего-то побаиваетесь, вам может казаться, что вы недостаточно готовы, но я вижу, что все у вас получится. Если вы только планируете на будущее поступления, мастер-классы, тренинги, любое дополнительное образование, тоже не сомневайтесь, а начинайте делать. Если в этом периоде вы уже чему-то учитесь, это уже успехи, это умение концентрироваться на поставленной задаче, это постоянный анализ информации, которую вы получаете, обработка всей информации в вашей голове. Это говорит о том, что работает еще и аналитический ум. В отношении других людей во внешнем мире, при вашей общительности и открытости, вы также проявляете осторожность. Если в работе вы с кем-то контактируете, это также субординация с кем-то в работе. Хотя внешние проявления, вы открытый человек. Но все-таки чего-то осторожничаете, а это говорит о том, что, возможно, обжигались ранее. Либо вы не хотите, чтобы кто-то слишком много знал о том, что в вашей душе, что в вашей приватной жизни. И если говорить о мужчинах-раках, то на вашу жизнь в этом периоде может влиять как минимум две женские особы. Одна женщина постарше, вторая женщина немножечко моложе. Но это две важные женщины для вас. И обе эти особы очень успешны, предприимчивы, деятельны. И благодаря советам вот этих дам, может быть, две женщины по поводу вас в чем-то советуются, или вы держите с ними совет, вы находите для себя какие-то важные решения. Так как все-таки карта Верховной Жрицы выпала для вас в центре, она может говорить о том, что вас интересуют также и какие-то тайны. Возможно, вы хотите приоткрыть завесу будущего. Кто-то из вас действительно может увлекаться эзотерикой, гаданиями, предсказаниями, астрологией. И для кого-то из вас эта карта может показывать женщину-таролога, астролога и получение для вас важной информации именно через эту женщину. Если кто-то сам из женщин учится эзотерическим практикам, тоже продолжайте учиться. Я вижу, что есть какие-то знания, но их пока недостаточно. Карта Верховной Жрицы – это карта кармических задач для вас в этом периоде.
И она лишний раз говорит о том, что любая осторожность и осмотрительность в этом периоде вам здорово поможет. Также хочу заметить, что в кресте вашей судьбы выпали еще две материальные карты. Это тройка монет и рыцарь монет. А это говорит о том, что несмотря на то, что есть переживания из-за финансов или из-за рабочих процессов, многие из вас, несмотря ни на что, финансово будут на плаву и даже что-то сможете еще успешно развивать и реализовывать. Потому что те, у кого есть основная работа, я вижу, что работа будет, заказы будут, предложения будут, хотя вы тоже здесь очень выборочны с теми предложениями, которые к вам поступают из внешнего мира. Но на внешний мир для вас выпала карта Солнышко, карта замечательная, одна из лучших старших арканов в колоде, которая своей светлой, теплой, позитивной энергии перекрывает все негативные карты расклада. И она говорит о том, что любое общение с другими людьми для вас будет полезно. Любые предложения для вас могут оказаться выгодными. Карта Солнышко тоже, это карта любых материальных благ. Поэтому многие из вас что-то смогут не только стабилизировать, но и улучшить впоследствии. Хотя все равно до конца этой недели в вашей душе из-за чего-то будет оставаться двойственность. Если говорить о женщинах, то, скорее всего, несмотря на то, что вы далеко не каждому открываете свое сердце и душу, я вижу, что рядом с вами есть женщина, которая является для вас, может быть, подругой, наставницей, важным человеком в вашей жизни. Почему? Потому что от этой женщины могут идти любые блага, или через эту женщину что-то для вас будет решаться. Теперь перейдем к нашим семейным парам и посмотрим, что у вас в ваших домах, в ваших отношениях. Для вас выпала карта старшего аркана Луны и карта тройки монет. Из-за личной жизни очень много переживаний, волнений. Вы все время чего-то боитесь. Боитесь не только за себя, но и за свой дом, за своих деток, у кого есть детки, за родителей, у кого есть родители. То есть вот эта карта может показывать всю вашу семью, всех, кто вам близок. Эмоции зашкаливают, вам не всегда легко их контролировать, когда вы дома, вы постоянно нервничаете, у вас могут быть смены настроения, вы можете из-за чего-то раздражаться. Но если говорить о ваших близких, несмотря на ваше состояние, ваши близкие вас будут пытаться всячески поддерживать. Со стороны вашей второй половинки в дом поступают какие-то финансы, это небольшие деньги, но их достаточно для того, чтобы решить многие ваши нужды. Те, у кого есть детки, очень много волнений по поводу дальнейшего образования ваших деток, потому что именно эта карта и показывает образовательные процессы. Либо вы своих детей заставляете чему-то учиться, если дети подростки или дети маленькие. Я вижу, что вы стараетесь уделять им время, и ваши дети в этом действительно нуждаются, потому что им в данном периоде тоже нужна психологическая поддержка. Несмотря на ваши волнения, состояние, дома вы тоже стараетесь не сидеть без дела, хотя вам может не хватать отдыха, прежде всего эмоционального. Ваша голова все время загружена какими-то проблемами. Эти проблемы могут касаться всего, чего угодно, потому что вы думаете обо всем и сразу. Но хочу обратить ваше внимание, что эта карта параллелит с картой Солнышко. А это говорит о том, что многие ваши опасения в данном периоде напрасны, и вы излишне нервничаете. Те, у кого живы матери, бабушки, кто-то старший в роду, чувствуется женское влияние на вашу жизнь, на вашу семью. Это тоже может быть не всегда хорошо, потому что что-то вас может раздражать. В вашей душе и в вашем подсознании очень много страхов, которые вы должны уметь все-таки контролировать, не позволять этим страхам завладевать своим сознанием, потому что в вашей жизни все не так уж плохо. Что важно, что по этой карте я не вижу того, чтобы в вашем доме что-то замерло, застыло. Наоборот, эта карта показывает положительное развитие дел в данном периоде и не без помощи вашего партнера или партнерши. Поэтому вы должны постараться объединить свои усилия, поддерживать друг друга настолько, насколько это возможно. Но если говорить о женщинах-раках, я вижу, что в вашем подсознании мысли о том, что ваш мужчина где-то проявляет эгоизм,
или недостаточно уделяет внимания вам или дому, или семье, или вы считаете, что ваш мужчина проявляет эгоизм в финансах, и по этому поводу вы постоянно для себя пытаетесь что-то выяснить. Ну а теперь посмотрим, что ждет наших свободных раков на этой неделе. Для свободных выпало сразу два пажа. Это принцесса жезлов и карта пажа жезлов, мальчик и девочка. И в центре мы видим фигуру короля, но перевернутого. О чем это говорит? О том, что в вашем ближайшем окружении есть мужчина, который думает только о себе. Если говорить о мужчинах-раках, вот эта карта может показывать вас собственной персоной и говорить о том, что либо вы как-то тратите неправильно деньги в данном периоде, либо неправильно куда-то их пытаетесь влаживать. Если говорить о работе, о текущих делах, несмотря на то, что вы что-то пытаетесь сделать у тех, у кого есть работа, что-то может пускаться на самотек, хотя вы бьете себя в грудь и говорите о том, что у вас все хорошо, у вас все замечательно, и вы все делаете правильно, несмотря на это, в работе много ошибок, и ваша работа, и в том числе и ваши доходы могут из этого страдать. Вы можете очень сильно недополучать. И если в делах от вас зависит кто-то еще, также автоматически могут страдать и те люди, которые рядышком с вами. Поэтому пересмотрите что-то в рабочей, деловой сфере и в своих финансах. То, что касается личной жизни. Если говорить о мужчинах-раках, у вас явно завышенная самооценка, хотя вы очень неглупый человек. Я вижу, что вы можете кому-то нравиться. Это может быть какая-то конкретная женщина, которая проявляет к вам интерес. Если сейчас нет определенной женщины, то эти карты могут показывать новые знакомства для вас в этом периоде. Но вы своим поведением сами от себя кого-то можете отталкивать. Если говорить о женщинах, которые пытаются выстроить свою личную жизнь, я так полагаю, что у вас есть и ребенок, или дети от прошлых отношений, потому что сразу два пажа, это мальчик и девочка. Может быть, у вас есть ребенок, и если в вашей жизни уже появился человек, о котором вы думаете, может быть, у него тоже есть свои дети или ребенок. И несмотря на то, что у этого человека могут быть свои дети, в отношении вашего ребенка или ваших детей этот человек может быть категоричен. Мужчина может жалеть на вас денег, но при этом острое желание того, чтобы вы этого человека восхваляли, возносили, восхищались ним и сами делали ему какие-то знаки внимания или подарки. Конечно, в вашей голове автоматически возникают сомнения, ваш ли это человек и нужен ли вам такой человек. Притом у этого человека либо нет работы, либо какой-то беспорядок в делах из-за собственной оплошности или из-за собственной глупости. Хотя по рассказам этого человека виноваты все вокруг него, но не он сам. Так как центральная карта все-таки верховная жрица, которая говорит о том, чтобы вы ни с чем не спешили, в личной жизни тоже не спешите делать выводы. И карты могут также говорить о том, что даже если и будут знакомства в этом периоде, сейчас информация для женщин, в вашу жизнь могут притягиваться очень эгоистичные мужчины по перевернутому королю монет. Возможно, меня кто-то смотрит из женщин, те, кто пытается для себя решить что-то по деньгам, и вы надеетесь или рассчитываете на мужчину, но от мужчины, конкретно того человека, о котором вы думаете, вы помощи не дождетесь. Вам даже если и поможет, то абсолютно другое мужское лицо. Потому что на завершение этого периода для вас выпал еще и рыцарь монет, а это абсолютно другой человек, с которым вы что-то будете обсуждать, возможно, что-то для вас новое или важное. И вот здесь от этого конкретно человека вы получите поддержку. Этот мужчина немножечко моложе вот этого короля, о котором мы сейчас говорили. Также для кого-то из женщин карта короля монет может показывать вашего бывшего супруга. И этот человек абсолютно не хочет думать о детях или о ребенке. Я не вижу здесь какой-то конкретной материальной помощи. Я вижу только заносчивость. И несмотря на то, что ваши дети или ребенок может желать видеться с отцом, этот человек сам против себя настраивает.
Теперь давайте возьмем отдельно карты, исключительно на рабочую деловую сферу, и посмотрим, что нужно знать тем, кто работает, и тем, кто не работает вообще. Для тех, кто работает, для вас выпала карта пятерки жезлов. Обратите внимание на то, что ваш расклад начался с пятерки жезлов. Буквально в самом начале мы говорили об этой карте. Видите, информация не случайна, карты друг друга дублируют. Поэтому для тех, кто работает, вы действительно можете работать в условиях жесткой конкуренции. И кто-то сознательно вам может даже создавать помехи, переходить дорогу, делать какие-то мелкие пакости. Если вы работаете в большом коллективе, то это постоянно провокации тех людей, которые рядышком с вами. Это могут быть и любые неприятные разговоры, и споры внутри работы, и то, что вы с кем-то постоянно находитесь в конфликте. Вы постоянно из-за чего-то напряжены и нервничаете. Заработки я вижу, что вам даются непросто. Давайте возьмем еще одну карту для вас. Это карта башни. В вашем случае она в перевернутом виде. Она может показывать любые форс-мажорные ситуации в делах. Когда что-то выходит из-под контроля или что-то не получается, все это может отражаться и на ваш доход. То есть по факту по этой карте вы можете недополучать. И если вы работаете в больших организациях, может доходить до того, что либо предприятие разваливается, либо стоят вопросы о сокращении или увольнении. Притом вас сознательно кто-то может пытаться выжить. Вас могут пытаться оговорить или подставить, притом на ровном месте. Если вы работаете сами на себя, то тоже что-то может выходить из-под вашего контроля. Также будьте внимательны в отношении госструктур, официальных лиц, потому что карта может показывать любого рода официальные проверки. У вас должны быть в полном порядке все бумаги или документы, а такое чувство, что это не совсем так. И давайте возьмем еще одну карту совета для вас. В конечном итоге что-то стабилизируется. Десятка чаш показывает семью, близких людей. Поэтому для тех, у кого семейный бизнес, вы все-таки что-то сможете наладить. Но эта карта может показывать просто поддержку тех людей, которые окажутся рядом. Позже ваше настроение выровняется, но из-за чего-то в этом периоде вы можете очень сильно перенервничать. Поэтому не случайно в ваш расклад выпадала карта короля монет перевернутая для тех, кто в свободном поиске. Но и у семейных, тех, кто работает, здесь тоже не все в работе гладко. Давайте теперь возьмем карту для тех, кто не работает вообще, и это рыцарь мечей. Снова напряжение, снова конфликт. И с вашей стороны тоже идет нервозность. Эта карта может показывать любые отказы. То есть даже если вы идете на собеседование, подаете куда-то свои бумаги или документы на рассмотрение, вас могут ждать отказы. При трудоустройстве, возможно, вы излишне нервничаете, в особенности, если говорить о мужчинах. Вот эти эмоции вам мешают. Их могут видеть ваши потенциальные работодатели. И снова-таки вас могут ждать отказы. Помимо этого, в вашей жизни есть еще какой-то конфликт. Вы постоянно думаете об этом, вы постоянно кому-то что-то хотите доказать, постоянно кого-то хотите поставить на место. Если говорить о мужчинах, раках, если говорить о женщинах, то в вашей жизни проблемы из-за мужского лица, из-за которого вы не можете спокойно жить и думать. Давайте возьмем карту совета для вас. Это семерка монет. Она говорит о том, что работу вы сможете найти, но немножечко позже. Это будет работа не с очень большим окладом, но ее стоит рассматривать на первое время в процессе, вы потом что-то сможете менять, или у вас появятся еще какие-то перспективы и возможности. Возможно, даже если вам кто-то что-то и предлагает на этой неделе, или дает вам согласие, то вам предлагают те условия, которые вам не совсем подходят, поэтому вы что-то воспринимаете в штыки. И от чего-то, возможно, отказываетесь добровольно, если говорить о мужчинах-раках. Но в дом ваших финансов выпала благоприятная карта, это королева жезлов, поэтому она говорит о том, что даже те, кто не работает вообще, без денег в этом периоде вы не будете. Для многих из женщин эта карта может показывать любые дополнительные источники доходов, которые вы успешно будете развивать, несмотря на все ваши сомнения. И здесь, естественно, сотрудничество двух женщин. Обсуждаются какие-то важные вопросы по поводу финансов и работы.
Если кто-то из вас размышляет о том, брать ли в этом периоде кредит, ваш расклад дает добро и говорит о том, что любой кредит вы сможете успешно выплатить впоследствии. Если в этом периоде вы куда-то захотите деньги вложить, у вас есть деньги на руках, которые вы хотели бы провернуть, это тоже будут все-таки успешные сделки. Но если говорить о женщинах, думайте своей головой. Мы видели уже в вашем раскладе короля монет, который может создавать какие-то проблемы или помехи, но будет и человек, который чем-то вас поддержит в мужском лице. Если говорить о женщинах, вы себя в этом периоде даже сможете чем-то побаловать. Я вижу, есть желание хорошо выглядеть, нравится не только кому-то, но прежде всего самой себе. Когда вы хорошо выглядите, у вас поднимается настроение. И что важно, что когда у вас есть материальные блага, вы еще и кого-то рядышком готовы поддержать. На внешний мир выпала карта солнышка, которая говорит о том, что из внешнего мира в отношении вас нет какой-то большой угрозы. Даже если в этом периоде будут и возникать какие-то острые ситуации, то в конечном итоге по этой карте для вас они решатся максимально благополучно, хотя из-за чего-то вы можете очень нервничать. Что в скрытых факторах? В скрытые факторы выпала карта туза мечей, карта старшего аркана колесницы и карта пятерки мечей. Обратите внимание на то, что даже здесь две карты мечей. Вот эта карта явно показывает то, что у вас есть враги. И по первой карте, по пятерке жезлов, мы видели, что кто-то открыто в отношении вас проявляет свою вражду. Но есть те люди, которые не хотят показывать своего истинного отношения к вам и тщательно маскируют свои действия в отношении вас и также мысли. Но я так полагаю, что в течение либо этой, либо последующей недели ваши враги могут совершить какие-то ошибки, проявить себя, и вы увидите, кто действительно стоит на вашем пути. Поэтому с кем-то у вас может действительно возникнуть выяснение отношений. И если вы уже начнете выяснять с кем-то отношения, то вашим врагам или конкурентам или завистникам мало не покажется. Это будет очень жесткий и серьезный разговор, в котором вы сможете расставить все точки над «и». Если вас в ближайшее время ждут определенные дороги, а карта колесницы может показывать то, что вы планируете дороги на последующую неделю, здесь тоже могут быть любого рода помехи и сложности с организационными моментами, которые вам предстоит решить. Впоследствии вы поехать сможете туда, куда запланировали. У тех, у кого есть свой транспорт, здесь еще тоже какие-то знаки вопросы, касающиеся вашей машины. И рядом с вами очень много зависти других людей. На завершение этого периода выпала тоже активная карта. Это рыцарь монет. И она может предполагать дороги и в эти выходные. Поэтому если именно на эти выходные вы собрались куда-либо ехать, дороги будут успешными. Если говорить о мужчинах-раках, многие из вас, скорее всего, захотят подработать, если будет такая возможность. Даже если вы будете дома, вы все равно попутно решаете какие-то и домашние, и рабочие вопросы. И эта карта может показывать любые важные встречи, переговоры, даже сделки, касающиеся вашей работы или дополнительной прибыли, потому что по рыцарю монет может обсуждаться дополнительный приработок. И если говорить о женщинах, то ваши выходные полностью будут зависеть от мужского лица, но мужчина в чем-то вас готов будет поддержать. И так как эта карта материальная, все-таки она говорит о том, что в конце этой недели на руки вы получаете тоже деньги. И это нормальные деньги, с помощью которых вы многое решаете. Если меня смотрят те люди, которые на этой неделе и на последующей будут пытаться решить какие-то казенные вопросы, все то, что проходит через госструктуры, через официальные лица, то здесь вам нужно с чем-то поторопиться. Скорее всего, вам будет помогать несколько человек, но есть и значимое препятствие в отношении вашего вопроса, которое вам тоже нужно будет преодолеть, но должно получиться. А теперь возьмем для вас карту основного совета для мужчин и для женщин. Это карта семерки жезлов, которая показывает борьбу. Поэтому эта карта говорит о том, что на этой неделе вам, скорее всего, не придется очень долго или много расслабляться.
Если говорить о женщинах, рядом с вами может быть мужчина, это может быть супруг, это может быть возлюбленный, это может быть брат, отец, это может быть кто угодно из вашей семьи, это может быть просто хороший друг. Я вижу, что этот мужчина в чем-то горячится, и вы должны этого человека удержать от каких-то ошибок, неверных действий. Вы как будто бы говорите, но он вас не слышит. Постарайтесь в чем-то быть более убедительны или более настойчивы, чтобы мужчина, о котором вы волнуетесь, не навредил сам себе. Но эта карта также говорит о том, что вы должны уметь держать удар, если кто-то уже к вам идет с какими-то претензиями. То есть по этой карте вы должны суметь за себя постоять, и, скорее всего, такие ситуации возникнут. И теперь посмотрим, сбудется ли ваше желание. На ваш вопрос выпала карта восьмерки монет, и эта карта дает ответ. Да, ваше желание обязательно сбудется. Скорее всего, понадобится немножечко больше времени, чем вы предполагаете. Но это успешное развитие дел. Не без ваших усилий собственных, но здесь есть и другие люди, которые будут заинтересованы в том же, в чем и вы. И это может быть как минимум два человека, с которыми вы что-то для себя важное обсуждаете. Возможно, вопрос потребует финансовых вложений, но деньги у вас будут. Если вопрос касался работы, то на любые вопросы по работе и по образованию карта замечательная, потому что работа будет, возможности будут. Но даже если вопрос касался любви или чего-то другого для вас важного, над чем-то еще постоит поработать, но это тоже хороший результат. И давайте возьмем еще три дополнительные карты из оракула Ленорман и спросим, что еще вам было бы интересно знать в этом периоде. Информация общего характера. Возможно, в дополнениях будет тоже что-то интересное. Смотрим. Для вас выпала карта увеличительного стекла, изучение какой-то информации. Вы пытаетесь что-то для себя прояснить, что-то рассмотреть в деталях. В центре я вижу карту колодца. Замечательно. То есть откуда-то все-таки приходит помощь. И придет она именно тогда, когда вы в этой помощи нуждаетесь. И еще одна карта. Карта масок, карта лицемерия. Это то, о чем и говорилось на протяжении всего расклада. То, что у вас может быть большое общение с другими людьми. В особенности, если говорить о женщинах, вы привлекаете к себе внимание многих, вы очень общительны. Но эта карта показывает женскую зависть и не только. Возможно, вам самому или самой придется идти на какую-то хитрость для того, чтобы решить для себя сложную задачу. Возможно, вам даже кому-то придется подыграть для того, чтобы получить для себя какую-то информацию или решить тот вопрос, который для вас важен. Многие вам обещают какую-то помощь, но по факту никто ничего не делает. И вам, по большому счету, конечно, нужно рассчитывать на себя. Давайте возьмем карту дополнительного совета для женщин. Это карта мужчины. Все-таки будет рядышком мужское плечо человека, на которого вы сможете рассчитывать. Если говорить о мужчинах, что нужно знать вам? Для вас выпала карта сов. Очень много суеты, хлопот, больше вечернего характера. Это может быть и работа по вечерам, и анализ каких-то мыслей по вечерам, телефонные звонки по вечерам, которые для вас важны. Но здесь рядом с вами тоже будет человек, с которым вы как бы в одной упряжке, в одной связке. Давайте для мужчин возьмем еще одну карту. И эта карта сада. Все-таки она говорит о том, что выход вы сможете найти. Скорее всего, вам помогут либо какие-то связи, либо контакты, либо просто даже ваше умение находить общий язык с другими людьми. Также вот эти две карты могут показывать какой-то легкий отдых для мужчин. Пересмотрите свое ближайшее окружение, с кем вы общаетесь, с кем вы отдыхаете, с кем вы имеете дела. Потому что не все в отношении вас искренние и порядочны. Уважаемые раки, таким для вас был расклад на этот период. Пишите в обратных сообщениях, насколько эта информация для вас была важной и полезной. Подписывайтесь на мой канал, все те, кто еще не подписан. Ставьте лайки за проделанную мной работу. И я не прощаюсь с вами. Я вас всех жду в следующих недельных прогнозах. Всем до свидания.